вот как бы пас вражеской пропаганде и позволит представить действительно республики в качестве террористических организаций на мировом уровне. То есть это позволит врагу в том числе, возможно, легитимизировать свое вхождение на территорию Украины и использование своих войск. Собственно, на это и нацелены все провокации, все сбития самолетов, в том числе Боинга, все обстрелы остановок, автобусов, обстрелы пригородов. Они нацелены именно на то, чтобы обвинить нас в терроризме. Расстрел пленных — это терроризм. Это вот фифа.